делать нам больше нечего, и мы обсуждаем попу Ким Кардашьян. Каждый божий день. Предприимчивые журналисты решили объединить приятное с полезным, и на попе у Ким пишут новости. Свой сайт юмористы называют, соответственно, The Big S News. Причем новости реально важные. Надежда на демократию в Нигерии. Боевики пытаются убить премьер-министра Ливии. Раз уж зашла речь о Ким, то она ждет мальчика. Поздравляем!